Получить охотничий билет нового образца теперь можно за один визит в госучреждение. Чтобы успеть к началу охотничьего сезона, ульяновцам достаточно подать заявку на получение документа на портале госуслуг. Сам процесс подачи заявки довольно простой и не займет много времени. Для этого нужно зайти в каталог услуг и выбрать раздел «Культура, досуг и спорт». Далее выдача охотбилетов единого федерального образца. Все личные данные автоматически подключаются из личного кабинета пользователя, так что вводить их еще раз нет необходимости. Необходимо лишь загрузить свою фотографию, которую в дальнейшем нанесут на документ. Готовый охотничий билет можно получить через 5 дней в Министерстве сельского лесного хозяйства по адресу улица Радищева, дом 5, кабинет 11. С собой следует взять оригиналы документов, указанные в заявлении. Если, например, как и раньше было, человек, прежде чем получить охотничий билет, он должен прийти 2 раза к нам. То есть вот у нас в понедельник, вторник прием заявления. Человек приходит, то есть все это он пишет здесь, заявление, прикладывает необходимые документы, оставляет документы. И в пятницу ему еще раз требуется приехать для того, чтобы это заявление получить. То есть теперь только 1 раз. По словам сотрудников Минсельхоза, упрощенной услугой воспользовались уже 45 человек. Одним из первых обладателей документа стал начинающий охотник Рафаэль Бадамшин. Я думаю, что это будет гораздо сложнее. Очень просто. Кто вот имеет какое-то хоть небольшое отношение к компьютеру, может заказать билет и получить в течение 5 дней. Получение услуги в электронном виде существенно экономит время как заявителя, так и сотрудников. В дальнейших планах возможность получения охотничьих билетов в МФЦ. В дальнейшем мы подпишем соглашение между Минсельхозом и нашей корпорацией, и можно будет подать документы на получение охотничьего билета в любом многофункциональном центре того района, где вы проживаете. Ну а пока подать заявку на получение билета можно и в железнодорожном многофункциональном центре через специальный терминал госуслуги. Дарья Сударева, Павел Макаров, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.